Всем привет! С вами Down150, и сегодня я продемонстрирую совсем недоработанную, абсолютно недоработанную версию своей игры под названием «Какое-то говно». Вот, игру делаю один на игровом движке RPG Maker VX Ace, да? Вот, и единственное, что радует, что у меня огромная просто группа поддержки, в которой больше 15 человек, да, которые с интересом наблюдают за этим проектом, да, то есть это все мои близкие, знакомые и тому подобное, да, ну, естественно, кроме родственников. Думаю, родственникам я этот трэш показывать не буду, потому что этот трэш не достоин того, чтобы видели такие замечательные люди. Вот, тут у нас диалоги есть в городе, да? Вот. Собственно, игра очень сырая, даже этой игрой еще трудно назвать, да? Вот. И что у нас тут есть? Тут у нас есть косарь на пеньке, да? Вот, давайте посмотрим. Теперь у меня, вон, видите, снизу 1000 г появилось. 1000 говна. Вот. Вот тут еще мы заработаем немножко этого говна, да? Вот. Все, он на нас обиделся. Давайте посмотрим, что же... Ой, что же там у него произошло? Все, он не хочет, чтобы я его больше трогал. Так. О, кстати, я тут забыл прописать, что он мне наносит урон. Да, видите, у меня ХП не полное. Вот. Надо его восстановить, скажем. Вот, мы его восстанавливаем. Конечно, хочу. Все замечательно, вот. Теперь у нас ХП полное. Да, у нас тут есть дом. Что у нас в этом доме? А, вот, это дом с замечательным названием у нас тут есть. Да, кстати, в игре куча ненормативной лексики, вообще туалетного юмора, как уже заметили. Наслаждаемся, что? Вот. Это, по сути, тоже восстанавливал КХП, только более мощное, да? Вот. А, собственно, тут нас не пускают в дом. Вот, поэтому нам лучше отсюда уйти. Тут у нас стоит пахом. Да, кстати, музыку я Шему взял. Вот, да, мы культурные, мы срать не будем. Вот, мы с ним больше поговорить не можем, да? Если бы мы согласились покакать, вот, то тогда он бы нам дал килограмм, ой, килограмм, он бы нам дал бы топор, да, который мы можем использовать в этой игре. Вот, но сейчас, по сути, этот топор бесполезен. Вот. А, тут у нас, видите, вечер наступает, да. Вот здесь вот вообще ничего интересного, да, вообще нету здесь, как бы, в принципе. Тут я просто смотрел по поводу смены, как бы, в общем, да, то есть появление заката, все такое, да, вот, то есть еще сейчас покажу вам пока что единственную возможность этой игры, да, это дом старейшины, в котором можно поспать, как бы это глупо не звучало, да, вот он у нас старейшина. Вот что тебе нужно, школьник? Он не хочет, то есть это, чтобы с ним разговаривал. Вот, ну ладно, давайте поспим. Ой, да, хочу спать. Вот у нас тут происходит сон, да, вот, и наступает ночь. Вот этой ночью мы можем побродить, но ночью пока что ничего интересного нету, то есть город, по сути, он остается такой же, как и днем, да. Ой-ой-ой-ой. То есть тут у нас все так же пахом стоит, да, с которым мы, кстати, теперь можем поговорить. Вот. Все. То есть теперь у нас появился Battle X, да? Боевой топор. А, собственно, то есть ничего интересного нету, да, тут пока что. Вот, поэтому мы пойдем опять же спать до утра. Вот, нужно отоспаться. Что мы, собственно, сейчас и сделаем, да? Спать, конечно.
Вот. А тут нас... Что? Тут нас разбудит старейшина. Вот. Пора в школу, да? И пока что все это... Вот, по сути, все, что сейчас есть в этой игре. Но я ее буду дорабатывать, доделывать, да? Вот, это будет полноценный RPG с... Однако так будет... одновременно полноценный RPG и диким трэшем, да? Как бы вам сказать, с черным юмором, если это вообще юмором можно назвать, и тому подобное. Ну, а пока что спасибо за просмотр, с вами был Дан150, всем удачи, всем пока. Вот, собственно, няшной подружечки вам.